Восьмиклассница Настя Балахнина уже 2 года занимается на Малой Южной железной дороге. Сейчас девочка – ревизор вагона, но мечтает дорасти до начальника поезда. Мне здесь очень сильно нравится, и я даже сюда уже привела своих друзей, человек с теми, это точно. Вот нас бывает назначают в один вагон, и мы все вместе работаем. Каждый год юные железнодорожники учат теорию и с нетерпением ждут открытия сезона на Малой Южной. До конца октября более 1000 ребят смогут применить свои знания на практике. Будут в 3 смены катать желающих от центра города до лесопарка. Они будут работать как взрослые на южной железной дороге и на других дорогах. Будут выполнять это все сами, своими руками, теми знаниями, которые они получили. Железнодорожники говорят, Малая Южная не только харьковская достопримечательность, но и кузница кадров. Сегодня, глядя на то, с какой любовью дорога подготовлена к организации движения, начинаешь понимать, что будущее стальных магистралей Украины находится в надежных руках. Большинство юных проводников, ревизоров, машинистов, начальников поездов и станций собираются поступать в Академию железнодорожного транспорта, а потом покорять свои специальности уже на взрослых магистралях. Ксения Байбарис-Буцевич, медиагруппа «Объектив».